Президентская риторика. Обучение для консультантов магистратуры топ-лидера Life is Good Лилии Щербаковой. Человек в процессе этого обучения видит себя как в зеркале. Долгожданная недвижимость. Трехкомнатная квартира в Санкт-Петербурге по жилищной программе Best Way. Квартира покупалась на семью и в будущем еще планируются покупки. Профессиональный подход. Второе обучение по юридическим вопросам для сотрудников Life is Good. Я рекомендую присылать сюда тех людей, которых вы хотели бы подготовить в своей структуре. Для вас работает Life is Good News. Подробности прямо сейчас. Система образования от Международной бизнес-академии IBA является драйвером роста деловых показателей холдинга. Обучающие курсы в магистратурах проводятся на регулярной основе. Так, с 12 по 14 октября в Москве проходила «Риторика-2» для консультантов Лилии Щербаковой, магистра, советника президента Life is Good. Программа является уникальной. Ее также называют «президентская риторика». Методику разработал президент компании Роман Василенко на основе личного многолетнего опыта ведения бизнеса. Авторская риторика позволяет прокачать свои какие-то глубинные страхи. Это ретрит, тренинг на стрессоустойчивость. Это, во-первых, развитие харизмы, это взаимодействие, это взаимосвязь, это прокачка и личностный рост каждого, кто сюда непосредственно приехал. Новые знания получили 25 ритористов магистратуры, а лекторами обучения выступили лицензированные спикеры бизнес-академии IBA. Человек в процессе этого обучения видит себя как в зеркале. А для моей магистратуры это в целом еще и команда образования, потому что мы рассматриваем друг друга, касаемся уже вот так, руками, сердцами. И ребята лучше узнают друг друга, помогают друг другу дальше идти в бизнесе. Вот создаются такие сообщества. Вместе проходили риторику два президента, также вместе идут дальше по жизни. Санкт-Петербург. Съемочная группа Life is Good News в гостях у пайщика кооператива Best Way Игоря Орлова. Недавно он получил ключи от просторной трехкомнатной квартиры. Квартира покупалась на семью, и в будущем еще планируются покупки. Больше понадобилась площадь, потому что семья растет, да и думать надо о будущем. Не только о своем, и о будущем детей своих. Вот у меня два сына, старший женат, и надо расширяться. Там была 18 метров комната, а здесь 65 квадратов квартира. Я думаю, тут геометрическая прогрессия практически. Покупка долгожданной недвижимости стала возможна благодаря доступным условиям жилищной программы кооператива Best Way. Теперь, после переезда, семья Игоря занимается обустройством домашнего пространства. Я обычный гражданин России, который, в принципе, я не мечтал купить трешку. Только если какое-нибудь чудо на меня свалится. Однако вот я в ней нахожусь, она моя, я член кооператива. Все же в основном-то страдают от того, что нет жилья. И очень сложно его приобрести. Вот кооператив помог. Спасибо ему огромное. Конечно, это неоценимая помощь. 21 октября в Санкт-Петербурге состоялось второе обучение по юридическим аспектам жилищной программы кооператива Best Way. Цель мероприятия – повышение профессионального уровня консультантов холдинга. Мы меняемся, мы растем. Поэтому документы тоже надо изучать. Юридический отдел настолько тщательно проверяет эти документы. И сейчас нас обучили этому. Настолько тщательно все это преподносится. Настолько легко это преподносится. Огромное спасибо юристам. Колоссальную работу проделали. Рекомендую всем здесь быть. Пройдите это обучение. Данные мероприятия планируется проводить на регулярной основе. Практика показала, что такие обучения значительно повышают эффективность взаимодействия между офисом и консультантами. Растет скорость проведения сделок с объектами недвижимости. Я рекомендую присылать сюда тех людей, которых вы хотели бы подготовить в своей структуре, чтобы у вас были такие специалисты, которые могли бы помогать в оформлении сделок. Конечно же, очень хочется здесь именно видеть тех людей, которые являются юристами или риэлторами и конкретно помогают нашим пайщикам, нашим консультантам в оформлении сделок. То есть такие люди, которые специально будут заниматься только этим вопросом. На этом у нас вся информация. Вы смотрели новости Life is Good News. Жизнь прекрасна. Будьте с нами. Global Star Club. Возможности безграничны.